Дорогие братья и сестры, у нас подходит к завершению подготовительной недели Великого Поста. И в это воскресенье у нас называется неделя воспоминания Адамова изгнания, а также называется прощенное воскресенье. Литургия в храме Святопокровском в селе Боевом будет в 7 часов утра по рану. И почему? Потому что после литургии будет ослужено вечернее с чином прощения, где мы друг у друга будем спрашивать прощения, чтобы войти в пост с чистым сердцем, чтобы войти в пост с чистой душой, чтобы всех простить, у всех попросить прощения. И хочу всех пригласить на службу, хочу всех пригласить на мероприятия, которые будут после службы. Это уже последний день, Масленица, уже будет заговение на пост. Спаси, Господи, ангела-хранителя.